Сильнейшее за последние 100 лет наводнение захлестнуло Польшу. Взрыв в московском аэропорту Домодедово прогремел в зоне выдачи багажа в терминале прилетов международных рейсов 16:40. Террорист-смертник подорвал себя в толпе встречающих. Второй за неделю смертоносный тайфун ударил по южной части Китая, унеся жизни по меньшей мере 2 человек. Вселенский потоп. Именно так называют наводнение, бушующее сейчас в Австралии. По меньшей мере 3 человека стали жертвами столкновения манифестантов с полицией на улицах египетской столицы. Землетрясение силой в 7 баллов обрушилось на остров Гаити. В Китае ливневые дожди вызвали разрушительные наводнения. По данным государственных СМИ, погибло 742 человека, сотни пропали без вести.